полнейший. Когда люди научатся, блин, прыгать, я не знаю. Я понимаю, там два ФКшника сдохнут, ладно, там где-нибудь в воде или кто-нибудь там шлепнут их, не знаю. Потом, ну, пару человек вылетело из игры, тоже сдохнут каким-то образом, ладно. Там, ну, в общем, тоже человек 10, наверное, должно, по идее, сдохнуть в начале игры до первого круга, потому что, ну, иначе это странно. То есть даже если ты, как сказать, крутаешься, типа, в таком месте, да, а вот... Вот в тот домик, например, или в большой это там барак, который сзади. Пошел вот один человек, а ты лутаешься где-то здесь. Нафига тебе ты взял оружие и нафига тебе бежать, убивать человека? Зачем? Какой смысл? Ты даже о нем ничего не знаешь. Ты знаешь, что там человек есть, а ты не знаешь никакого оружия у него, никакая броня, ничего. Ты просто выбежишь на него, мало того, что он просто может сидеть в углу где-нибудь. То есть просто выбегаешь на него и получаешь, не знаю, там. Из дробовика в лицо. Ладно. Ой, жарки. Я хочу просто удостовериться, реально кто-то в жарке поедет или нет. Мне кажется, из-за квеста должны поехать жарки по-любому. Либо жаржопы. Недалеко как бы. Жарки прямо идеально подходят. Камешки, жарки. Самое такое идеальное. Камешки тут, скорее всего, и так долетят люди, а вот жарки очень далеко. Поэтому... Желательно сейчас машину, конечно, взять. И ехать, и, в принципе, чтобы было понятно. Если лодку я возьму, то... Могу не увидеть, были люди или нет. О, наконец, блин, мелькнул парашют. И... Так, где люди? Кто там открылся? Блин, а можно нам... Так, вот это интересно, конечно. Машин нету, да? Вон там только стоит, но я туда не побегу. И лодки, главное, лодка была там, у самого северного тут. Забавно. Так, надо уходить. Сейчас кто-то поедет по-любому. О! Это что такое? А, это трава, блин. Я думал, мотоцикл стоит в траве. Ну, залутаться смысла ниже. То ли тут залутай, кто-то по пути будет. Так, не вижу смысла что-то лутать. Сейчас закон подлости просто тупо встал, блядь, в камешках, либо в тебе какой-нибудь клон будет, наверное. Хочу соснов, типа. Дай соснов. Скоряков уже тебя разносят. Чьи такие, блин. Которые падают просто на оружие сразу. О, отлично, принос. Правда, у меня ни машины, ничего нет вообще. Замечательно, да? Блин, придется эти дома тогда лутать пока что. Но жарки уже... Нет, в принципе, нормально. Жарки, конечно. Но, с другой стороны, может, даже к лучшему этому, то, что вот так вот я бегу, хотя... Блин, офигеть, ничего нет машин. Да, на болотку, конечно, брать. Да, ладно, лутаемся здесь. Смотрю, просто машин не предвидится. Канистра дофига. Нормальный прицел нашел, все нашел. Я выкинуть хотел, да? Что-то мне что-то хотелось. Стариков уже стреляет вовсю, что это стреляет? Там почему-то дом и валим отсюда дальше.
Не, нормально, главное. Второй жилет, второй шлем, в принципе, все есть. Чё, до круга? И минимум бинтов, кстати, нету опять. Бинты что-то проклятие какое-то в этой игре. Ну, кто и в этой имеется в виду, потому что что-то нет бинтов нигде. Быстрее аптека из ХО. Вот, вот бинты. Бежим. Не вижу смысла стреляться. Толку. Пойдешь лутать, даже с кого-то убьешь. Шлепнуть нафиг. Вот здесь бывает машина стоит. Странно. Нигде не было машин. На протяжении всего пути. Все жарко как-то. Да. Но никто и не проезжал. Если только на вот проплыл. Это нормально. Нет, ты смотри, и тут машин нет. Да. Дальше у техники на такого. А, вон, баги стоит. А, ну в теории, конечно, я могу доплыть, если залутаю жарки, как бы. Короче, поедем в жарки в любом случае, наверное, все-таки. Посмотрю, если лодка там есть, то подольше полутаем. Если нет, то побыстро мы поедем потом как-нибудь. Блин, была бы сразу нормально было. Хотя, с другой стороны, мне, в принципе, нормально. Аптека, 5 бинтов, 2 буста, мы сейчас ехать. Вот будет, вот это неприятно будет, если я приеду, а там уже кто-то есть. На лодке, например, приплыл, да? Но проехать никто не мог, точно, я бы слышал. Я куда не бежал все это время. У нас даже канистры есть, то есть я даже... То есть в теории можно проехать тут и где-то вот здесь даже лодку взять. Я путь. 30 секунд до этого, а мы только еще жарко едем. Ну ладно, рискнем, рискнем. То есть у нас убить всегда, я говорю, вот в таких местах всегда даже приятнее умирать в таких местах. Потому что... Как говорится, приятно умирать от сильного игрока, который хотя бы, может быть, принять, он не очень хорошо умеет, но по крайней мере по тактике нормально все. В том плане, что молодец, что приехал. Приплыл, например, на лодке, это вообще это супер. Пытаемся как обычно. Даже оружие убил. Что там, кстати? А, патрончики. Уже меньше, кстати, людей, 49 человек. Что-то люди, видимо, квест сделали, наверное, уже, да? Так, наверное, наружу никакого брать не буду. Я даже снайперки, со снайперки никого не буду пытаться убить. О, ты же, блин. У нас квест на снайперку до сих пор не сделан, и пофиг, понимаю. Склады будем убивать когда-то. Тогда мы попробуем. Так. Боди си бинты-то, блин, си бинты жарко. Большая пти... Ё-моё. Офигеть. Так, ну патронов, наверное, всё-таки это соло нам хватит, так что патронов. Думаю, много не надо. Да, что-то мне кажется, можно... Ой. Можно всё здесь лутать, что-то мне кажется. Что-то как-то уже хилок довольно много. Сейчас мы спалились, если кто-то есть, то знает о нас. О нас. Хотя наверняка баги слышали. Наверняка. Есть. С бинтов уже. Блин, лодку не посмотрел сверху, уже думал посмотреть, да спрыгнул. Сейчас подумал так, что лодку можно было глянуть.
Это эти жилет лежит или что там такое наверху? Я понять не могу. Да, это эти жилет. Он показалось. Дверь все закрыта. Все, там с той стороны, наверное. Хотя у меня пинтов довольно много, чем мне еще надо, да? Так, машин тут нету. С этой стороны. Наконец-то берем, конечно же. Надо. В этой игре уж точно стрелять никому не буду. Даже если... Ой. Даже если увижу, скорее всего. Вот так я пока не вижу. Вот так пока не вижу. Энергетиков не так много. Ну, то есть как бы нормально, но... Могло быть побольше. О, 40 человек, а он на 10 человек меньше уже. Уже на 10 человек меньше, чем по шире. Люди не хотят ее выживать. Прошлых лучше, в принципе, 50 бинтов. Нормально. Да ладно, еще бинты. По-моему. Блин, по-моему, бинтов хватит, наверное, да, так полагаю. Что-то мне подсказывает, надо когда жарко хватается, надо брать рюкзак все-таки больше. Так, время. Ага, вот такой круг. Так, что мне подсказывает опять же, что надо валить уже. Потому что круг-то как бы, я думаю, налево может куда уйдет, а нам плыть-то и плыть, если что. Далековато. Я сейчас быстренько тут пробегу, посмотрю, лодка есть или нет. Есть, то берем, если нет, то... Блин, эти блики нифига не видно. По-моему, нету, да? Ой, побежали так, баги обратно, так вот через дома. Бежим, может, что-то залутаем еще. И этот самый. Это энергетик на заюза или нет? Наверное, стоит, да, маленький какой-нибудь один. Он с не лазит, блин. Еще канистра, блин, канистру надо будет взять на самом деле. Так-то. Ладно, патронов много не надо, на самом деле, опять же. От канистра нам может пригодиться. Еще тогда один. Открывайся, а чё?
Почему не открывается? Ладно, поехали на баги. 20, уже 24. Чего? 24 человека? Что? За зону это еще и умирают люди. Воу, это как так? Прошлую игру взывали, в эту игру наоборот. Так, ладно, короче, куда-то сюда доедем. А ну пока едем, я думаю, мы и до сюда можем доехать спокойно. Да, где-то вот до сюда даже. Так, стоп, я что-то не побежал. Будет чуть сильнее дамажить, если что. Если что, будет чуть сильнее дамажить, ничего страшного. Даже на канистру одну сюда заюзаем. Вряд ли машину буду менять. Хотя на мотоцикл, может быть, стоило взять, на самом деле. Да, мотик будет, она возьмем. Там, кстати, стоял где-то мотик по пути. Там вроде трехколесный был, вроде. А может и двухколесный тоже был. Вот такой и такой было, по-моему, да? Да кому-то отдадим все эти хилки в жержо поликом идут наверняка, да? Можно сразу лодку можно взять. Возможно, кстати, сразу здесь может быть. Лист, потому что у нас много, в принципе, течет. Мотик. Ладно, пофиг. Сейчас вот когда я играл, здесь ехал, не знаю, или на стриме это было. Не помню, это на стриме или на записи было уже. Ну, чувака встретил тут. Стоял, он даже не понял, даже по мне не стрелял, по-моему. Ну, ошибаюсь. Так, ну как бы далеко, но терпимо. О, замечательно. Замечательно. Как раз. Может даже где-то реально где-то вот. Возьмем лодку, и все будет хорошо. Рискнем. 18 человек уже, о, 18 человек. С мужик вот сделали опять. А что так мало людей? Читак что ли какой-то? Интересно. Что мало людей, реально. Так, следующий круг будет 700 метров, то есть нам достаточно быть где-то здесь хотя бы. Где-то либо вот подальше, где-то ниже, как что-то метка, куда я поставил. Так, пока проезжаем. Она закрыта, даже не лутались, походу. Так, вот здесь лодку надо взять. О! Как по плану. Так, надеюсь, нас не пристрелят.
Здесь нас не пристрелят. Так, буст. Нормально, нормально. Блин, давай даже аптеку надо. Че нам эти бинты? Давай аптеку и погнали. Че я буду тратить время на бинты реально? Нифига тратить время на бинты. Примозг недалеко, люди, может быть, в примозге сидят, что-то сидят. Какие тут там возьмем, канистру зальем. Нам много не надо уже будет. В теории можно за кругом даже здесь выйти, на самом деле. Может, конечно, здесь выйти, но это, может, в теории даже за кругом потом будет здесь выйти. Поэтому мне все-таки надо держаться, лучше куда-то сюда приплыть, наверное. Идеально. А, давай еще одну. А это выкинем, потому что мне пригодится, наверное, думаю. Нормально. Так, значит, человек, может сейчас отрубится, то есть с моста будет, половина сосновки, то там все поубивают. Возможно, человек 12 или 10 может станет. Блин, может это самая игра, когда мне лодку взорвут? Было бы забавно. Так, значит, да? Ну, поплывем обратно через эту сторону тогда. Почему нет? Плаваем. Да в наглую даже. Просто ждем. Просто в наглую. Там лодка стоит, кстати. Ну, давай, стреляй. Где ты, читер? Читер. Да, хилок, конечно, с дофигища. Я думаю, она на большую аптеку может заюзать. Лучше будет. Так, ладно, поплыли. Тут. Спеша. Даже может эту камню надо тормознуть. Пусть забанс, кто здесь сидит. На камне можно залезть тут, наверное. Кто не плавает? Да нет, вроде бывает, плавает. Кеймер залезть, таким перейти. Или нет, раньше можно. Можно. Бред, конечно, полный сделан, но что делать? Спалился. Куда он тут шел? Убежал, да?
Ладно, я пошел. Пожелай мне удачи. Так, видимо, он на кого-то наткнулся. Ункнув ЗЗ. Кто-то там. Здесь в домах никого нет. Не верю. Бинты вряд ли нам пригодятся. Может, конечно, какой-то эти каски, да, это не знаю. Называется, спалился чувак с золотом. Спалился. Ну, ладно, давай с колодку поставим. Так, раз, два, в доме, наверное, сидят все-таки люди. Что там по бустам у нас два, да? Дофига аптек. Автоматический режим X4. Патронов не так много, кстати, поэтому я не особо стрелять. Ну, слады не придет, я проверил, никого не было. Хотя в теории могли доплыть, может быть. Хотя нет, вряд ли. А это... Блин, может пофиг, залутать попробовать, а этот... В окнах я никого не вижу. Блин, по-моему, я в круге тут. Блин, нет. А тут? Вот тут, кстати, в круге, да. Граната есть. Сковорода лежит. Так, какой-то хитрец скинул сковородку. Значит, будет ползать. Стреляюсь там. Кстати, внизу, что внизу. Где какой-то? Так, 4 человека осталось. Блин, 1-2, так. Возможно, у меня один сидит реально в домиках, где-то здесь, до последнего. Возможно, возможно. Может, тут низенький где-то сидит, хотя не должно быть вроде. Кажется, я бы видел. Хотя, опять же, не слышно было, как топает, да, человек? Он не бустится, я бы слышал, что он бустился на самом деле. Камень никого? Я вижу его.
меня не видел, что ли? Блин, еще один был ведь. Палка есть у меня? Есть. Блин, куда мне пистолет взять? Сверху стреляет. Так. Мне выгодно. Видел? Ну? Держать надо тебе. Ну сейчас у меня либо ваншотнет, либо... Да, за зоны сдох. Битва против... А, это соло, кстати, бывает. Не склад же будет. Я сейчас хочу сказать склад. Нет, это было соло. Вот так-то, один килл. Последний сдох. От зоны. Так, ладно. Были жарко, кстати. До пули добежали. Ну, кстати, очень много людей почему-то сдохло, мне даже интересно сейчас посмотреть статистику матча, потому что это странно было. 20-30, сколько там человек было живых с первого круга. Сегодня играл 8 место было, сейчас 5 играли с 1 килом, тут с 1 килом победка. Так, ладно. А опыт реально, да, дают еще вот.